Мой урожай личинки восковой моли. Вот то, что я весной делала ведерочка. Вот моя ведерочка. Они всю круговую рамку сточили, хорошо там развивались. И вот первый мой сбор. Вот они у меня, скалолазы. Сейчас буду их быстренько отправлять в банку спиртом, делать вытяжку. Спортсменки по всему столу. Расползаются очень быстро. Вон они, скалолазки. Некоторые типа убежали, спрятались от меня. Столик. Вот они уже спрятались. Сейчас я вас достану. Все, сейчас буду заливать спиртом, 70% спиртом. Подросли у меня они уже хорошо. Круговых рамок штук 3 уже скушали. Вон они какие хорошие, мощненькие. Сильная, мощная личиночка. Все остальное. Заливаю их 70% спирта. Чтобы была готова, минимум надо настояться 2 недели. Вообще стоит у меня очень долго она. Месяц точно и выше. Затем отправляю в 3-литровый баллон. И она у меня там стоит. Добавляю и добавляю новых личинок. Делаю настойку, вытяжку. Вот этот баллончик уже аж цвет дала вытяжка. Она должна быть еще темнее. Добавляю в ведерко опять круговую рамку. Создаю для них очень благоприятные условия для роста и размножения. Потому что они у меня такие прожорливые. Ферментация после личинки. Вот как пчелы реагируют, что они там выбирают. Но в ведре напад. Там очень много маленькой личинки. Ее я выкармливаю. И в круговую ведерко высыпаем мои остатки, где у меня маленькая личинка. Ее надо вырастить.